Бомж Фарид сегодня ночевал в одном из подъездов недалеко от рынка. Ночь прошла хорошо, в тепле, и его даже никто не бил. А с утра кто-то даже дал ему кусок хлеба, так что ему получилось еще и позавтракать. Такое отношение он видит к себе крайне редко. А бывает такое, что и обижают, что ли? Бывает. Выгоняют пинками. Но вы вот мусорите там или как что-то ставите, или просто приходите просто переночевать, чтобы рядом батарея была? Мусорить нельзя, это ясно уж. Фарид скитается по подъездам и свалкам уже 2,5 года. После смерти сожительницы его попросили покинуть ее квартиру, и мужчина оказался на улице. Зарабатывает он тем, что собирает алюминиевые банки. А много вас вот металл собирает? Сколько у вас вот друзей? Где вы собираетесь? Баночки собираешь. Я им пока. Устроиться на официальную работу, по словам Фарида, мешает его здоровье. У мужчины плохое зрение. Только вот в больницу идти он не решается. Думает, что его просто не примут и выгонят. Да, то есть вы согласны получить помощь, то есть я вам буду помогать? Согласнее. Хорошо. Владимир Пащенко – активист и волонтер. Взялся лично за тех, кого обычно называют бомжами. Для него они прежде всего люди. Тратя свое личное время, он пытается им помочь. Как говорится, цепь крепка настолько, насколько крепко самое слабое звено. И вот, самое слабое звено вот наши городские бездомные, кто и нуждается в помощи наших граждан, людей. Да, то есть те люди, которые живут на улице. То есть, ну, помогая им, мы поможем себе, то есть, чтобы наши дети видели благополучное общество. Оказалось, что помочь бездомному можно просто, его выслушав. В данном случае Фариду всего лишь нужно пройти медосмотр и получить инвалидность по зрению. На эти деньги он сможет уехать в Бунинск и оплатить долг за дом, который у него имеется, а потом начать там жить. И это его мечта. А уже через полгода он начнет получать пенсию по возрасту. Владимир взялся лично помогать Фариду в его постановке на инвалидность. Соцзащита и больницы. Пройти им придется через многое. А мы будем следить за этой историей. Александр Комаров, Рафаэль Ракипов, новости НТР.